If you need welding and cutting solutions for your wind turbine, for your pressure vessel, oil tanker, or pipelines, just come to Boda. Boda serves two Fortune Global 500 companies with products including welding cup, welding rotator, positioner, and CNC cutting system. Meanwhile, the Shanghai Essen Welding Fair is upcoming. Be sure to visit our booth. Универсальный сварочный портал. Автоматизация сварочных процессов. Универсальный сварочный портал. Сварка линейных швов на подвесных автоматах. Стандартные решения для автоматизации сварки. Универсальный сварочный портал. Производственный процесс сварки тавровых и коробчатых балок, рештаков и подобных изделий требует специализированного механического оборудования для перемещения и позиционирования сварочных головок вдоль шва. В качестве такого оборудования компания может предложить весь комплекс, состоящий из сварочного портала, специального стола для фиксации изделий или роль гангового конвейера для перемещения, а также сварочных головок с установленными на них системами слежения, системой позиционирования, системой флюсооборота, источники для автоматической сварки. Процесс сварки тавровых и коробчатых балок, рештаков и подобных изделий требует специального оборудования, роль гангов или иную технику. По вашему техническому заданию наша компания может предложить комплексное решение. Разработать технологический цикл. Спроектировать, изготовить и поставить весь технологический комплекс, состоящий из сварочного портала, необходимых роль гангов или иную технологическую оснастку, а также комплект сварочного оборудования, источники для автоматической, полуавтоматической сварки, сварные автоматы, системы слежения, позиционирование, системой флюсооборота и так далее. Подобрать сварочные материалы и отработать процедуру сварки. Наша компания самостоятельно осуществляет шеф-монтаж, пусконаладку, обучение персонала, отработку технологий, гарантийное и послегарантийное обслуживание всего предлагаемого оборудования. Состав оборудования, принцип работы и технические параметры. Портал состоит из вертикальных опор, на которых течение, вертикальная перевалка, по которой перемещаются две сварочные каретки, обеспечивающие поперечное и вертикальное перемещение. Вертикальное перемещение обеспечивается за счет перемещения стойки, расположенной на каретке, блока управления порталом, электрических приводов тележек. Высокое качество материала, из которого изготовлено оборудование, и точность изготовления гарантируют долгий срок службы. В крайних левом и правом положениях горизонтальной балки включается механический ограничитель, обеспечивающий безопасную работу, исключающий столкновение кареток. Сварочные каретки перемещаются по зубчатой рейке путем электропривода от асинхронного двигателя с частотным регулированием. Вертикальный ход стойки каретки осуществляется за счет электропривода. Каретки применяются для грубой настройки сварочных головок. На конце вертикальной стойки кареток располагается сварочное оборудование и следящим управлением, располагая отдельные разделы. Управление движением кареток осуществляется с пульта управления. Движение портала осуществляется через два электропривода с частотным управлением, расположенных на обеих опорах портала. Возможна предустановка параметров. Электрический шкаф снабжен необходимыми защитными устройствами. На вертикальной стойке каретки должна быть установлена сварочная головка с крестообразной системой позиционирования, позволяющая настраивать ее в нужное положение по горизонтали и вертикали. Размеры системы позиционирования обычно определяются толщиной свариваемого изделия. Тележка перемещается по стандартным рельсовым путям шириной колеи 2700 мм, размер справочной. Возможна дополнительная комплектация гусеницами и лестницей. Обычная балка рассчитана на грузоподъемность 250 кг. Этого достаточно только для установки отдельных видов с 250 кг. По желанию заказчика возможны варианты с грузоподъемностью, увеличенной до 250 кг, 500 кг и 800 кг. Для порталов значительных размеров обязательно выбираются балки с большей грузоподъемностью. Название параметра значения. Скорость перемещения кареток по горизонтальной балке,
m/min 0.15 2.5. Скорость перемещения стоек по вертикали m/min 0.15 2.5. Ход по вертикали стоек mm. Скорость движения портала m/min 0.15 2.5. Ширина хода кареток mm 3000. Высота оси кареток mm 1700. Напряжение в трюха 380. Нагрузка на балку КГ 250. В качестве опции сварочная проволока может быть расположена непосредственно на мосту портала. Бункеры для сварочного флюса также могут быть установлены на площадке портала. Сварочная проволока может подаваться как с обычных катушек, так и возможное изготовление катушек повышенной вместимости. Универсальный сварочный портал для сварки балки любого типа в зависимости от устанавливаемой системы позиционирования сварочных головок. Сварочное оборудование. По каждому конкретному техническому заданию наши специалисты подберут необходимый комплект сварочного оборудования, выпускаемого нашей головной фирмой или же импортных аналогов. Источники питания. Автоматы сварочные. Системы слежения. Системы флюсосбора. Механические.